Так, привет, народ, это Альвинос, это очередная серия Continuum. Сегодня, как видите, у меня тут пусто, потому что я более-менее переехал. Тут у меня сейчас живут в основном пчелки, и у меня тут кухонка. Вот, добавились немножко ульев. Ну, не улья, это домики, они для разведения пчел не особенно подходят. Как видите, доделал я еще один генератор, поскольку была вот эта вертелка. Ну, в общем, доделался дополнительный генератор энергии. Это хотел тут его повесить, но у меня как-то не получилось. Слишком много надо всяких рецептов. Ну и за все время упал только один, судя по луту, зомби. Вот, теперь у меня цех выглядит так. Тут немножко произошли перестановка маленькая. А тут я запихнул все печи. Вот тут с этой стороны печи, с этой стороны машинки. Вот что еще. Ну, поставил еще генератор, хотя вроде бы и в прошлый раз уже его ставил. Что еще тут такого вам показали? Вроде бы больше ничего не делал. А, да, пошел накопал этих самых даймондов. Интересно, на карте это будет видно или нет. Вот, видите, такие вот туннели я же накопал. Не, это не то. Туннели, они более под землей должны были быть. В районе, где я копал этот самый портал в край. Вот, также за кардером все сделал 5 электроциркутов, потому что делаются они, ну, в принципе, ничего особенного тут нету. Вот, что еще? Ну, вроде бы как все. Вот, поэтому можем продолжить выполнять квесты, поскольку тут у меня не хватает ябода-баду. Жаба. Яба, я не помню. Ябода-джаба. Что она неправильно? А, не так. Яба. Вот с этим. Так, тут два надо перла, да? И тут перл. А, вот это я не доделал. У меня нету химикал реактора. Вспомнил, почему я ее не делал. Вот, то есть это я не доделаю. Ладно. Фактория у нас, в принципе, все выполнено, что они вначале просили. Oilfield. И остался тех реборн. Компрессум, дусто-дуст, экстрактор, микровейв, води. Ух ты. Так, микровейв, electrical furnace, экстрактор, компрессор. Гриндер. Ясно. Так, ну давайте смотреть. Гриндер. Ну, не мне не индустриальный, мне простой нужен. Два камня. Basic Machine Frame. Так, где-то эти Basic Machine Frame делал. Вот они, блоки. Переплавил. Рецепт в Ефабе. С помощью Steam там за одну минуту вот эта вот штука все это делает. Так, теперь мне надо поменять платформу. Так. И превратить их в какие-то там штука. А где еще один? Ага. Так. На. Вообще-то оно Basic Machine Frame. Так, 2, 3, 4. Так, гриндер. Флинт, кобблстон, микросхема. Ну, в принципе, делается просто, как и индустриальный. Кобблстона. Раз, два. Флинт, раз, два, три. Где у меня рабочий гриндер?
Grinder Complete. Так, можем забрать Climb Reward. Back. Так, дальше компрессор. Компрессум. Компрессор. Стоуны надо, да? Чизит стон, дэн. Это камень чизленный. Это 3, 4, 5, 6. Ну, рецепт индустриальный, так что тут ничего особенного сложного нету. Так, компрессор. Давай. Чё? Комплит, ну. Чё за она? А, клайм. Так, экстрактор. Экстрактор, насколько я помню, там надо будет экстрактор. Экстрактор. Тру. Так, экстрактор, да, вот этих трикопитаторы. Три капов. Так, эти. Экстрактор. Раз. Они не это самое. Три. Четыре. Ну и пятую для своих каких-то действий. Так, и экстрактор. О, готов. Но. Молодец. Сработало. Так, не совсем сработало. Так, back. Climb. Back. Так, и дождь начался. Так, эту штуку мы можем взять в руки и немножко тут шлеп. И вот эту вот резинку пособирать, пока не сломаем этот экстрактор. Крантик. Кстати, в Грехтехе, по-моему, в Грехтехе сейчас уже надо будет ставить в новом Грехтехе какую-то там другую аппаратуру, которая будет высасывать из дерева. Вот. Ну, в шестом Грехтехе, как я понял. Так, экстрактор я сделал. Дальше мне требуется watchwave. А, microwave is one plank rave. Фуранцы. Так, фуранцы. Так, электрик фуранцы, айрон фуранцы. Мне надо электрик для этого айрон. Фуранцы. Так, рада 3, 5, 6, 7, 8. Рейнфорсет я уже брал. Так, это у нас электропечка. Раскатал, вот так делается. Печка, из нее делаем металлическую. Из металлической не получится, потому что надо два. Ну, как раз два. И электрическая печка. Так. Клайм. Так, что от нас там еще требует? Бэк. Ого, роллинг in the deep, mix and match, chilled of data, woody. Так, woody, reinforced machine casing. Это многоблочная структура, 3 на 3 на 3. Mix and match, alloy smeltery. Пока он мне не нужен. Чил трудай. Вакуум фризер. Многоблочная структура. Ваш индустриал электролайзер. Интересная штука. Дальше. Роллинг машин.
Рекуклер, как мы его называли когда-то, эксплозивы, эксплозион компрессор. Ну, наверное, роллинг машины. Ролл. Ролл. Роллинг машин. Роллинг машин. Так, для этого надо два компрессора. Ага, два компрессора и 12 электросхемы. Я это не готов, я не смогу сделать. Индустриал электролизер. Адванс микросхема. Угу, понятно. Так, что у нас тут еще мигает, что-то интересненькое. Так. Товарищи, а где ж мне это все расположить-то? Машина у меня раз, два, три, четыре. Блин, если срезу поставить сюда. Ого, как круто. Так, это мы можем все скинуть. Это вернуть. Basic Machine Frame. Так, а у меня, по-моему, проводей-то нету. Или проводаёв. Два. А мне их надо четыре. Рецепт. Тин нужен. И электричество. Тин. Раз, два, три, четыре. Так, это берем целый взвод. Этого тоже берем. Так, 40 штук. Воды мне надо. Раз, два, три, четыре. Так, повторение мать учения, так что я пошел. Итак, я инвар у меня наплавлен, не наплавлен. Я не помню. Силю. Так, мне нужен инвар. Инвар это железо. Это 3, 4, 5, 6 плюс никель. Раз, два, три. Три вообще-то. Так, это мы вот тут вот исправляем. Так, это отключаем, чтобы она мне... Они смешиваться должны. Так. Рецепт. 4. Раз, два, три, четыре. Работает штука. Так, микросхемы делаются. Лето эти самые сплаты. Так, а кто-то уже забыл, как это делается. Рецепт. Ага. Лид. Лид. А, да, кстати. Потато. Сапфиры. Акация. Стоун. Ну вот за стоун спасибо. Так, это... Ого. Что тут понадобилось? А, вот куда она все попала. Думаю, что-то маловато стало у меня всякой там штуки. Она все вот сюда ушла. Так. Опа. Ну, засранный инвентарь, это, я думаю, нормально. Так, это хорошо. Где? 4. Redstone. Так, Redstone. 4 этих, 4 этих. Так. Скидываем ненужное, это включаем. Понял. А, инвар я уже сделал. Так, юзать, чтобы получить Hardened
Инвар Иганты нужны, да? ИПО 3. Харденет Иганты. Так, юзыч. А, я редстон только что выкинул, да? Так, Харденет юзыч. Чпок, 15 трупы. Так, еще вот 3 есть. Так, январь есть, это и... А, так я еще могу сделать. Гарденет юзит, ой, гарденет, ледстоун, гарденет, так, 18. Так, 2, 3, 4. Ладно, пока определим их сюда. Раз, 2, 3, 4. По идее, от РФ они должны работать. Гриндер, компрессор и еще вот эта вот штука. Так, Фурнанс работает, экстрактор работает, компрессор работает, гриндер работает. Окей, Джей. Шоу рецепты. Что мы можем получить в нем? Угу. Ясно, ясно. Так, gold, nether quartz. Пыльцу всякую там, ну, много чего интересного. Так, это гриндер, это мессератор, я так понимаю, компрессор. Пластинки. Ясно, так, джей, а для чего деревянный используется? Юзыч. Ага, ясно, не покажет так, экстрактор. Вот так, это что, отбеливать шерсть, освобождать капсулы. Ну и в основном капсулу освобождать хорошо, а куранс-то пережигать просто, да. Ну, допустим. Так, надо что-то еще делать тогда. Бэк. Нам доступен металломекс вацу ваку. Так, компакт повер. Это что такое? Решифт. На 10 миллионов РФ Power Cell. А вот это интересно. Power Cell. Вот он. Хик. Это что такое? 100 миллионов. Так. Вау. Надо Power Cell Lower эти делать. И... Дата циркут. Электрик циркут. И энергии кристалл, циркуты. Да, блин, тут это самое немножко так запарочно. Угу. Так, эмеральды. Компактор, компрессор. Из пыли. Так, еще раз, как она делается? Три. Ну, с этим у меня не проблема. Давайте попробуем микросхему сделать. Как она работает, эта штука? Гриндер. Работает. Так, сюда какие-то конфигуры слот. Угу, сюда можно ускорители какие-то поставить. Так, Эмеральда 2. Это что такое компрессор? Будешь ты сжимать? Эмеральда. Что мы сейчас можем сделать еще? Имплозиум компрессор. Понятно. Эмеральда. Алюминий, бериллиум, силикон, высокая химия начинается.
Так, Эмеральд, иди сюда. Так, ты компрессуешься, да? Электроника есть, лапис лазури. Так, раз-два. Угу. Дальше. Лапис лазурь и глоустон. Глоустон есть. Так, пластинки высокотехнологические, идите сюда. Так, значит, делаем вот эту микросхему. Есть, тата-цирк. Дальше, чтобы сделать эти, надо Blue Artifact. Да, это, я так понимаю, да, это понятно. Четыре штуки на электрик циркутов надо много. Small Diamond Dust и Redstone плюс Triple Battery. Ядерить. Ой, так. Еще раз. Ага. Что по алмазам? Из одной пыльки 4. А пыль получается... гриндеры. Ага. 4 алмаза перемолоть. 4 алмазика. Так, 4. Давай перемалывай. Дальше мне надо вот этих дохрена. Improvered. Injury. Injury. Basic coil. Блин. Так, где мои? Это есть. Dust. Вот он. 4 таких штуки надо. Блин, а точно 4? По-моему, 4. Так, раз. Так, раз. Раз, два. Три. Не, больше надо их. Так, это состоит из катушки. Раз. Два. Три. Три. Да хрена мне вот это вот надо. Четыре катушки. Так, что у нас там по Diamond эти? 16 есть. Так, это мне по качеству не надо. Ой, а еще вот эти делать. Copper wire. Ну, тут очень длинный крафт, поэтому я не знаю. Наверное, это я буду все за кадром делать. Слишком уж долго. Может, вот одну попробовать эту сделать. Железо надо импровить. Очень много импрови, да. Так, вот этих надо 5 штук, наверное. Injury кристаллы. Сколько у вас тут? Injury кристалл блоки. Так, 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 так. Ага, еще их обложить надо этим самым никелем. Не, не никелем. Адванс никель. 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 Провизирует никель. Так, давайте 16 штук. Не, подождите, 9, это 18. 9 хватит, я так думаю. Так, давай никель плавься. Вот, ну вы поняли, что меня ждет. Я, наверное, его зак... Ой.
за кадром сделаю слишком уж запарный рецепт и получу лут чест. И смогу его поставить тут. Мне система будет накапливать электричество. Вот это я тоже возьму на крафт. И довольно-таки будет мне все круто тут делать. Так, никель, ты расплавился там? Плавишься. Вот. Ну ладно, ребята, тогда увидимся за кадром. Так, все, что я не знаю, куда ложить, положу сюда. Еще блок кварц надо делать. У меня его больше нигде нет. А кварц делается из вот этих вон. Лава нужна. Еще и лавы надо до хрена. Ну понятно. Так, никель. И микросхем-то нету. Вот, ладно, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Я уже за кадром сделаю этот муторный рецепт. Тут, блин, это надо будет всю серию посвятить только созданию вот этого одного. Очень много крафтов. Тут эти вот медь надо. Тут эти микросхемы. Силикон. Да, уже. Но ничего, зато будет. А этот вообще страшный, наверное. Блутониум, Power Cell, Эндериум Плата, Иридиум Алой Плейт. Понятно. Вот. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока.